12 образцов масла приняли участие в дегустации. Многие из них сразу сняли с испытания. Причем у специалистов замечания были практически каждому из образцов. Например, масло не соответствует ГОСТу по цвету, вкусу и жирности, а это уже минус. Также во время лабораторных исследований в 6 образцах сливочного масла нашли растительные жиры. Это может быть пальмовое или кокосовое масло. И с точки зрения технологии, серьезное нарушение, которое фактически говорит о фальсификации продукта. Натуральное сливочное масло состоит только из жиров животного происхождения. В черный список вошла продукция торговой марки «Алтайская буренка», «Три коровы» из Назарова, «Новосибирская сыроварня», «Село Маслоед» и Простоквашино. Все они были сняты с рейтинговой оценки. Когда растительные жиры и животные жиры смешиваются, это не очень хорошо для сосудов наших кровеносных, это не очень хорошо вообще для нашего здоровья. Если человек захочет сбалансировать свое питание, он сам сегодня съест сало, завтра съест масло, а вот мешать ни в коем случае нельзя. А вот в тройку лидеров вошли такие производители, как Агроярск, Сухобудемского района, Виола из Московской области, Таежный исток, молочные продукты Березовки и Никольское здоровье. А вот большее количество баллов набрала торговая марка «Сибиржинка» из Минусинска. Как говорят специалисты, порадовало, что именно местные производители заняли высокие места. Подобную дегустацию проводят уже в 6-й раз. В прошлом году из 17 образцов были сняты аж 15. В этом году ситуация немного получше, однако на полках все равно остается некачественная продукция. И порой отличить ее от натурального сливочного масла тяжело. У людей формируется соответствующий вкус. Поэтому им кажется, что этот продукт соответствует, а фактически это фальсификат. Тогда, когда школьники пробовали масло, и тогда, когда оценивали масло, так же, как и мы, студенты третьего курса товароведческого факультета института, торгового института. И надо сказать, что вот у нас уже, видимо, у школьников, получается, вот у молодых людей 16-20 лет сформировался уже определенный вкус. Стоит отметить, что натуральное сливочное масло имеет сладко-молочный вкус. Также не имеет запаха и быстро тает во рту. Если масло из натуральных сливок на час оставить в холодильнике, то оно сразу станет твердым. Помимо этого, особое внимание необходимо уделять составу, который указан на упаковке. Екатерина Погорелова, Артем Струговец, новости.